Здравствуйте, друзья! У нас начинается 3 февраля, буквально там через недельку, как раз вторник будет, вот сейчас среда, а в следующий вторник у нас начнется новая группа дневная. Точнее, не просто дневная, а full-time, так называемый. И там собирается человек, ну, я не знаю, 30, наверное, с небольшим. Мы посмотрим. Все равно остается элемент неизвестности. Так, вроде мы обзвонили тех, кто зарегистрировался в онлайне. Получилось 28, но я так чувствую, что еще подъеду. В последнюю минуту там что-то происходит у людей. И я ожидаю, что нам удастся заснять на там, видео какие-то интервью. В частности, вот сегодня уже приехала первая из там девушек, их там 3 подружки. Вот завтра я, ну, как минимум одну подружку точно сниму. К нам едут, значит, 3 подружки. 2 из Майами. Зовут их одинаково. Гульнас. Вот. И еще одна из Нью-Йорка. Они уже сняли квартиру. Вот та, которая сегодня приехала, уже сняла квартиру. Завтра об этом расскажет. И я, с одной стороны, знаете, начинаю переживать, потому что у меня такое ощущение, что мы разрушаем модельный бизнес в Татарской Республике. Но, с другой стороны, я понимаю, что девушки из модельного бизнеса ушли раньше. Может, они никогда и не были моделями, но вы никогда этого не скажете, когда на них посмотрите. Я видел, я с ними в скайпе разговаривал, прежде чем они приезжают. Вот, так что, в общем, я вам обещаю показать симпатичных девушек модельной внешности, которые нацелены на смену профессии. Ну и вообще там будет много народу, включая обещанную блогершу. Значит, мне говорят, что надо правильно блогера, но все равно блогер, ну да, ну а как же тогда знать, что она женского рода? Ну вот девушку-блогера, женщину-блогера, которая приезжает к нам из одного из южных штатов. Я добавлю интриги немножко к этому. Значит, она прилетит на самолете из одного из южных штатов, не северных. И не Канады. И это не мужчина, как некоторые нам тут подсказывали. Это все-таки женщина. Вот. Так что будет весело. А женщина такая, знаете, общительная, юморная. Вот я еще подсказки даю. Поэтому мы заснимем много веселых сюжетов. Наш канал станет частично информационным, а частично развлекательным, я чувствую. Потому что там веселуха будет неплохая. Вот, так что вот сегодня Хвостович там написал, говорит, что б такое, может, нам заснять вместе. Я говорю, подожди, говорю, вот сейчас к нам приезжает из Южного штата блогер известный. Вот, так что еще Хвостович там подойдет. И я думаю, что у нас как-то мало интервью со студентами. Они, знаете, норовят как-то отваливать. Так вот, типа скромничают, стесняются. И как-то так вот им, знаете, вот когда работу нашел, они еще как-то, ну, им уже деваться некуда. Вроде уже так пришел стартом, там, ну хорошо, сказал пару слов. А вот пока они там в процессе, как-то они так вот робеют. Я не знаю. Ну, я во всяком случае группу засниму, когда во вторник утром мы начнем первый урок. Я так покажу их издалека. Вот. У нас из-за этого даже нет расписания, из-за неопределенности с тем, сколько их. Потому что у нас есть 2 классные комнаты. Одна побольше, но она с утра занята. А вторая поменьше. А там человек, ну, 25, ну, до 30. Там 30 уже тесновато. Поэтому мы подумали, что если будет больше, то мы их переместим в больший класс. Но после того, как первая группа заканчивается, то есть после 3 часов они там будут с 3 до 7, не с самого утра, а вот с 3 до 7 и в другом классе. А если будет поменьше, значит, они будут параллельно там с утренним классом, но в другой классной комнате. В общем, есть некоторые неопределенности, поэтому мы расписание как бы держим, ну, как бы 2 версии, что ли, в голове. Посмотрим, к чему придет. И в моем календаре навстречу людей, которые к нам приезжают, там человек 9 уже на ближайшую неделю. И некоторые прилетают, некоторые приезжают, там есть человек, приезжает на поезде, представляете, из Лос-Анджелеса, по-моему.
Это новички, они приехали в Лос-Анджелесе к друзьям, там месяц отмокали, пока документы первые получат свои, там какие положены. И на поезде к нам, представляете. Если мне удастся самому туда поехать, их встречать, то я вам покажу железнодорожный вокзал. Это прикольно. Так, ну что, мы приехали. Тут у меня занятие по эзотерике. Я здесь вот поверну налево и попрощаюсь с вами в этом месте. Счастливо!